Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Ну вот и пришло время встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Давайте мы начнем с проблем, связанных с попыткой лишить нас права голоса. Эта проблема, наверное, не только у нас существует, но и у вас, поскольку речь идет об интернете, интернет-гигантах. Я думаю, что наши слушатели, конечно же, вы слышали о замечательной новости, которая произошла буквально сегодня. То есть вот Нетаньяху и Трамп просто как будто бы специально стараются к нашим вечерним, вашим дневным передачам подгадать так, чтобы какой-нибудь новый сюрприз. И вот Израиль подписал с Суданом соглашение о нормализации при посредничестве США, но я думаю, что об этом, во-первых, мы говорили об этом пару недель назад, во-вторых, поговорим еще во второй половине, а сейчас действительно хотел бы в первой половине нашей передачи рассказать или поговорить о проблеме, которая, собственно, очень серьезно стоит сегодня и в Израиле, и в США, и буквально в последние дни она перешла на качественно новый уровень, что, в общем, заставляет меня думать, что нужно говорить об этом уже сейчас, пока еще не стало слишком поздно. Некоторое время назад в Израиле относительно молодое израильское книжное издательство, называют они себя «Библиотека Колос», «Сефриат Шиболет», которое специализируется на публикациях авторов, ну, в Америке сказали бы, консервативного направления, в Израиле говорят «не левых», то есть правых авторов, запустило рекламную кампанию в сети Facebook. И, собственно, их задача была увеличить свои продажи. Они инвестировали в это порядка 100 тысяч шекелей, то есть порядка 34 тысяч долларов, сумму немаленькую, в рекламу на Facebook. И вдруг аккаунт издательства на Facebook был заблокирован. Рекламная кампания оказалась сорвана, и все инвестиции, собственно, все деньги вложенные были потеряны. Facebook — этот корпоративный гигант, в котором огромное количество какой-то вот таинственной анонимной рабочей силы и непостижимые алгоритмы, которые никто не понимает, просто провалил кампанию издательства без всякого предварительного предупреждения или какого-то объяснения, просто потому что кому-то в израильском филиале управления Фейсбуком так захотелось. И, собственно, подобная история происходит с издательством Шиболет уже не в первый раз. В апреле прошлого года Шиболет запустила кампанию продаж на Фейсбуке, заплатив за рекламу в этой сети десятки тысяч шекелей. И тогда, точно так же, как сейчас, безымянные, безликие повелители Фейсбук остановили кампанию и заблокировали аккаунт издательства. Основатель и генеральный директор Шиболет Ротем Селлер рассказал в интервью журналистке Кэролайн Глик, что он 7 раз пытался обжаловать это решение. На самом деле, говорит он, это как бы звучит немножко по-кавкиански, когда я говорю, что я пытался обжаловать решение, потому что ведь никто мне так и не объяснил, что мы, собственно, нарушали. Мы просто продавали книги. Из-за коронавируса все книжные магазины закрыты. Поэтому продажи в Facebook, по сути дела, остаются нашим естественным и единственным буквально способом сохранить свой бизнес на плаву. Какие проблемы могут возникнуть у Facebook с нашими продажами? И вот после 7-го обращения Селле было сообщено, что Facebook решил навсегда заблокировать аккаунт его издательства. За что? Спрашивать бессмысленно. Никто ему ответ даже и не удосужился дать. Учитывая доминирование Facebook в сетевом пространстве, издательство открыло новый аккаунт, смирившись с потерей всей той информации о клиентах, которая хранилась на предыдущем, а теперь навсегда заблокированном аккаунте. И новый аккаунт запустил новую кампанию, и ее снова заблокировали. И вот эти все действия, которые происходят в Израиле, они, конечно, происходят не на пустом месте. Facebook закрыл аккаунт издательства Шиболет в самый разгар общественной бури, которая разыгралась в США. А что там было? Вы знаете это прекрасно сами. Это произошло вслед за беспрецедентными шагами, предпринятыми компанией Facebook и Twitter, которые решили заблокировать своим пользователям доступ к сенсационным материалам, которые были опубликованы известным американским изданием New York Post. В материалах New York Post подробно описывалось содержание электронных писем, обнаруженных в компьютере Хантера Байдена, сына Джо Байдена, ну, известного нам кандидата в президенты от Демпартии и бывшего вице-президента. И публикация этих электронных писем, аутентичность которых была с тех пор уже подтверждена, а содержание не опровергнуто ни Хантером Байденом, ни избирательным штабом его отца, придали дополнительный вес существовавшим ранее подозрениям в том, что во время своего пребывания на посту вице-президента Джо Байден использовал свое служебное положение для обогащения членов своей семьи, продвигая теневые сделки и лоббируя интересы китайских и украинских компаний.
Так вот, казалось бы, это сенсация, ведь выборы сейчас, и как бы избиратели обязаны знать такие вещи, тем более, что речь не идет о каком-то фейке, о какой-то выдумке, аутентичность записи подтверждена. Но что происходит? А мы знаем, что происходит. Твиттер блокирует аккаунт газеты «Нью-Йорк Пост» и замораживает аккаунты всех тех пользователей, кто успел поделиться статьями «Нью-Йорк Пост» не только в открытом доступе, но даже в личных сообщениях. То есть такой советский, НКВДшный, такой мощный подход. А Facebook, он немножко хитрее. Он заблокировал статьи, лишив пользователей своей сети возможности их читать. И вот агрессивные усилия Facebook и Twitter по блокированию статей New York Post, они вызвали в американском обществе целый шквал возмущения. По сути дела, эта попытка заткнуть рот, она, наоборот, вывела историю с этими материалами сенсационными на новый уровень принципиально. В Израиле же многие были куда больше удивлены масштабом протестов в США, чем самим фактом подавления свободы слова социальными сетями. Понимаете? Это очень важный момент. В Америке были возмущены тем, что происходит, что подавляется свобода слова. А в Израиле больше удивились тому, что американцы еще могут так сопротивляться и так возмущаться. У израильтян подобное поведение гигантов социальных сетей уже как бы стало, вошло в привычку, кажется вполне привычным. Израильские правые, к сожалению, привыкли к гонениям и к дискриминации со стороны традиционных СМИ, как, впрочем, и правовой системы, и социальных сетей. Вот, например, в 2002 году, 18 лет назад, после многолетней кампании по делегитимации и демонизации со стороны израильских левых, Верховный суд Израиля постановил закрыть радиостанцию «Арут-Шева». В то время, в 2002 году, всего 18 лет назад, на самом деле. «Арут-Шева» — это был единственный, по сути дела, не левый информационный источник в Израиле. Единственный. А в 2014 году, всего 6 лет назад, 43 депутата Кнессета проголосовали в поддержку законопроекта о закрытии ежедневной газеты «Исраэль-Айом», которая уже тогда обладала самым большим в Израиле тиражом. Вы понимаете, депутаты Кнессета голосуют за то, чтобы закрыть самую популярную в стране газету. Вы думаете, там были только левые, кстати? Нет, там был и товарищ Либерман со своими гномами, и Беннет. Да. Там был Беннет и Шакер. Эта газета тогда стала объектом преследований из-за своей нелевой редакционной политики. И чтобы заблокировать принятие закона, премьер-министр Бенямин Нетаньяху просто пошел на распуск Кнессета и на досрочные выборы. Он тогда остановил принятие закона, который должен был запретить в Израиле самую популярную газету, нелевую. Да, единственную нелевую тогда газету, по сути дела, он пошел на досрочные выборы, чтобы спасти. И вот, наконец, в прошлом году мы знаем глава прокуратуры Авихай Мандельблит, он же их советник правительства, он же еще носитель кучи разных юридических высших должностей, обеспечил левой цензуре ошеломительное расширение полномочий. Без каких-либо юридических оснований он как бы пересмотрел определение взяточничества таким образом, чтобы включить в него также предложение о позитивном освещении правых политиков. А затем использовал это новое необоснованное определение во взяточничестве для того, чтобы обвинить Нетаньяху во взяточничестве. То есть Нетаньяху так просто обвинить во взяточничестве было невозможно. То, что нарыли следователи, как бы не является ни взяточничеством, ни преступлением. Но если мы поменяем определение взяточничества и скажем, что положительное освещение правых политиков это как бы взятка правым политикам. То есть понятно же, правых политиков нужно всегда поливать грязью. А если их не поливают грязью, значит, это уже взятка. И это уже значит, Нетаньяху взятку получил. Ну а что касается социальных сетей, вот этих гигантов социальных сетей, то на протяжении уже многих лет израильские правые политики и активисты рассказывают, как Google, Facebook, Twitter и YouTube ограничивают им охват пользователей, лишают возможности зарабатывать деньги через интернет. Собственно, вот Каролайн Гли, которая подняла всю эту историю, она сама говорит, что вот я с этим сталкиваюсь сама постоянно, и политики многие, они регулярно сталкиваются с теневым блокированием своих сообщений. То есть ты что-то пишешь там в Твиттере или Фейсбуке, а люди не видят, твои подписчики вообще не видят этого. И, соответственно, занижаются рейтинги искусственно, и, соответственно, удаляется реклама Гугла. И люди, которые, например, ну не политики, а, допустим, какие-то бизнесмены, предприниматели, те же писатели, публицисты, которым важна реклама, через интернет, они недополучают эту рекламу, соответственно, их как бы демонетизируют, да, лишают заработка. Однако, надо сказать, что привыкшие к унижениям и бесправию правые израильские блогеры, они ошибаются, считая нынешние события продолжением прежних гонений. Потому что то, что сейчас происходит, и мы с этого начали нашу передачу, то, что сейчас происходит, это нечто совершенно новое и куда более зловещее. Издание «Нью-Йорк Пост» — это ведь не рядовой блогер. Это на минуточку газета, по-моему, с 200-летней историей. И вот уже более недели ее аккаунт в Твиттере с более чем миллионов подписчиков остается закрытым. Я повторю еще раз. Газета, которая существует, вот я не ошибаюсь, по-моему, около 200 лет. Газета, у которой миллион подписчиков,
только в Твиттере. Ее закрывает Твиттер, какая-то просто социальная компания. Закрывает и все, газету абсолютно нормальную. Не то чтобы вынесли судебное решение, что она там нарушила что-то, просто закрывает. И вот уже неделя аккаунт в Твиттере этой газеты остается закрытым. Ну, теперь возьмем это самое издательство «Шиболет». Да? Нельзя сравнивать, конечно, газету «Нью-Йорк Пост» и молодое издательство «Шиболет» израильское. Но они ведь не устраивают никаких протестов. Они вообще как бы не делают ничего даже близко похожего на политику. Они просто издают книги известных, абсолютно легитимных авторов и публицистов. Не то, чтобы у них там в списке какие-нибудь авторы, которые находятся в черном списке, не знаю, поддерживают террор по какому-либо было определению. Нет. Речь идет о совершенно нормальных, конвенциональных, но не левых авторов, философов, ученых, идеологов, абсолютно нормальных, консервативных авторов, которых в Америке можно легко купить, да вообще в сети можно их найти. То есть, подвергая цензуре и блокировке подобные субъекты информационного пространства, Facebook и Twitter просто дают нам понять, что их вообще абсолютно не беспокоит общественное мнение или объективность. Они просто подавляют правых как таковых. И вообще любые серьезные вызовы господству левой власти, учитывая же их безраздельное доминирование в информационных потоках по всему миру, причем. Подобная откровенная решимость подавления оппонентов левой повестки дня, она становится явной и совершенно реальной опасностью для свободы слова и свободы общества в целом. Конечно, это то, что я сейчас скажу, будет очевидным, но все-таки это надо отметить, потому что очень эта ситуация нас разочаровывает. Потому что ведь с момента появления интернета, и, конечно, с тех пор, как он стал доминирующим средством коммуникации, как на глобальном уровне, так и на локальном, правые по всему миру, и в Израиле, и в США, приветствовали развитие сети с ликованием и облегчением. И, возможно, в Израиле это вызывало наибольший энтузиазм, ведь израильские правые считали, что интернет и платформы социальных сетей, которые стали доминировать в нем, они будут их спасением. Пусть на радио и на телевидении и в большинстве, подавляющем большинстве печатных СМИ страны преобладают левые. Ничего, все попытки приватизировать общественные радиотелестанции в Израиле, тоже, в которых полностью доминировали левые, тоже потерпели неудачу. Ничего. Интернет, считали израильские правые, наконец-то уравняет правила игры. И все, от Нетаньяу до Совета еврейских поселений в Иудее и Самарии, были убеждены, что благодаря таким платформам, как Facebook, мертвой хватке левых на горле национальных СМИ пришел конец. Впервые правые израильтяне обрели возможность делиться своими идеями, информировать общество о своих действиях напрямую, без фильтра враждебных СМИ. Но вот то, что произошло сейчас, это шокирующее подавление «Нью-Йорк Пост» в Америке с одной стороны и небольшого правого издательства в Израиле с другой. Как бы небольшого, но абсолютно как бы невиновного ни в чем, просто издающего книги. Это все стало явными признаками того, что радоваться обретению свободы слова пока очень рано. Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в следующем месяце, Рубикон уже перейден, кошку уже вытащили из мешка и маски уже сняты. Если не осадить сейчас все эти Facebook, Twitter, Google и YouTube и все их дочерние компании, они ведь будут и дальше продвигать все более драконовские ограничения на потоке информации, которые отклоняются от их идеологических и каких-то других прочих интересов. Когда на этой неделе стало известно, что Facebook опять раздавил издательство «Шиболет», депутаты от партии «Ликуд» два, Амид Халеви и Ариэль Келлер. Я хочу, чтобы наши израильские слушатели, я назову их ребят этих еще раз, и запомнили эти имена, особенно Ариэля Келлера, Амид Халеви и Ариэль Келлер. Они оба как бы представители молодого поколения в «Ликуде». Ариэля Келлера я вообще знаю как бы по Хайфе, еще совсем мальчиком молодым, и он вызывает у меня огромные симпатии. Во-первых, я очень хорошо знаком с его бабушкой и дедушкой. Они приехали, если не ошибаюсь, из Москвы в 70-е годы. Так что Ариэль в каком-то смысле даже наш. Он по-русски не очень хорошо говорит, но понимает немножко. Он внук. Внук, приехавший из Советского Союза. Так вот, это действительно Ариэль и Амит Алеви, я его знаю чуть меньше, это люди, которые пришли в Ликуд с очень четкой правой повесткой дня. То есть это не только такая политика целостности страны Израиля и необходимости сохранить за Израилем идею Самарию, что, разумеется, для меня является главным моментом. Но это и очень четкое видение экономическое свободного рынка. И это борьба с судебным активизмом, то есть судебный консерватизм, как мы говорим. То есть целостная правая программа. И вот эти два молодых депутата Кнессета от Ликуда, я вообще надеюсь, что Ариэль Келлер — это восходящая звезда, и что, в общем, мы его еще услышим и увидим в Кнессете. Так вот, они опубликовали в Твиттере сообщение о том, что они намерены принять законодательные меры против Фейсбука
за вот это вот издевательство над издательством «Шиболит». И, как ни странно, угрозы сработали. Аккаунт «Шиболит» был восстановлен, причем, по сути, тот самый аккаунт, который навсегда, как было сказано, заморозили в апреле, его восстановили. Это, конечно, очень положительный момент, это радует, но вряд ли его можно считать надежной бизнес-моделью, потому что правые предприниматели, такие как вот это самое издательство «Шиболит», они ведь не могут строить свои коммерческие модели на основе веры в то, что законодатели будут все время защищать их через Твиттер, а гигантские корпорации, которые ворочают триллионами долларов, они продолжат как бы прислушиваться к тому, что говорят или делают израильские законодатели. Поэтому, осознавая масштабы угрозы, депутат Леви представил на днях законопроект об ответственности социальных сетей за контент, публикуемый на их платформах. Я так понимаю, что это, в общем, шаг, скоординированный с республиканцами американскими, потому что Трамп продвигает очень похожие законы. Так вот, в случае принятия законопроекта Халеви, компании социальных сетей окажутся как бы разделены на две категории. Те, которые вмешиваются в контент, размещаемый на их платформах, и те, которые этого не делают. В настоящее время оба типа компаний пользуются иммунитетом от судебных исков, связанных с контентом, размещенным или заблокированным на их платформах. Понимаете, в чем дело? Вот ты платишь деньги Фейсбуку за рекламную кампанию, ты издательство. Тебе стирают этот самый твой счет, не объясняя даже причин. Почему вот так захотелось? Потому что нам не нравится, что ты публикуешь правых авторов. И ты не можешь подать в суд на Фейсбук, потому что у Фейсбука иммунитет. Не можешь. Если законопроект Халеви пройдет, то будет два варианта. Первое. Фейсбук не вмешивается и не блокирует того, кто ему не нравится. И тогда у него есть иммунитет от судебных исков. Второе. Фейсбук вмешивается и может блокировать, кого он хочет. Но у человека, который открыл там свой аккаунт, заплатил там кучу денег, а потом ему закрыли без объяснения причин, есть возможность пойти в суд и сказать: давайте мы пригласим представителей Фейсбука в суд, и, может быть, они нам компенсацию какую-то выплатят за это или объяснят, что они там вообще хотели. В законопроекте о Леви будет сохранено исключение для компаний социальных сетей, которые не вмешиваются в контент на своих платформах без судебного постановления или четкого юридического обязательства поступить подобным образом. То есть если человек начинает публиковать какие-то призывы нацистские, то, безусловно, есть судебное постановление. Такого человека может закрыть любая из этих платформ. Но если это вот как бы менее ясная ситуация, Фейсбуку не нравится, что там, допустим, Хаксли или Оруэлла будет публиковать кто-то, и он закроет этот аккаунт. Но тогда тот, кто опубликовал Хаксли или Оруэлла, ему закрыли аккаунт, может подать на Фейсбук в суд. И получится это с Фейсбука немалые компенсации. Поэтому те компании социальных сетей, которые вмешиваются в контент на своих платформах, больше не смогут пользоваться иммунитетом от судебных исков со стороны тех пользователей, контенту которых на их платформе был нанесен ущерб. И законопроект Леви также требует, чтобы компании, которые вмешиваются в контент его платформ, работали прозрачно. То есть от них потребуется объяснить, какой именно контент они подвергают цензуре. Вы напишите: мы, например, не любим людей там с носами горбатыми, вообще этих самых людей, евреев не любим, там цыган, русских не любим, еще кого-нибудь, мы их не будем публиковать. Или там израильтян не будем публиковать, или негров не будем публиковать. Вы напишите, и как бы, чтобы мы все знали правила, какие у вас. И от них потребуют публиковать годовые отчеты с точным указанием того, какие посты они подвергают цензуре и почему. Пользователи должны будут получать уведомления до того, как компания примет меры против их контента. То есть все будет по-человечески. Если у вас такие правила, что вы не хотите печатать слова на букву «Е», например, или на букву «О», так вы напишите, мы будем знать, мы придем к вам на платформу, не придем, мы будем использовать другие слова, не на букву «Е», не на букву «О». И людям будет предоставлена возможность защитить себя. В США президент Дональд Трамп и известные республиканские законодатели пообещали принять аналогичные меры против Фейсбука и Твиттера и других гигантов социальных сетей, но после выборов уже. Ну, невозможно все сразу. Мы видим, Трамп и так работает, как зайчик-энерджайзер, да? У него каждый день миллион всяких событий. И ранее, на этой неделе, все-таки, вот, например, Министерство юстиции США, она подала антимонопольный иск против Гугла. Все эти инициативы, они очень-очень важны. И они должны оставаться такими одиночными выстрелами. Тут вот Ари Кельнер что-то выстрелит, тут Амит Леви, тут компания Трампа что-то пообещает. Скорее нужно видеть это как первые залпы широкой и скоординированной кампании по ограничению власти всех таких гигантских компаний, контролирующих почти все глобальные информационные поля. Ведь свобода выражения мнений, свободный поток информации является основами свободного общества. Вместо того, чтобы использовать свою беспрецедентную силу для защиты и того, и другого, гиганты социальных сетей манипулируют информацией и подвергают ее цензуре силой, которую никто не мог себе представить всего 20 лет назад. Мы такое только у Уоррелла читали, да, как они переделывали историю прямо в реальном времени. И поэтому оптимизм и надежда на заложенный в них положительный потенциал
он ослепил многих из нас. Мы упустили скрытые вот во всей этой ситуации колоссальные угрозы. Но теперь пришло время вместе защитить себя от этой новой пагубной напасти, которая действительно реально угрожает будущему свободных наций и всех свободных людей. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Если будут звонки от наших радиослушателей, я думаю, что вы сможете ответить на вопросы. Открытый диалог. Диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И, Александр, если вы не возражаете, давайте примем звонки. Ну, давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот в конфликте между Азербайджаном и Арменией на Горном Карабахе, кажется, нашли виноватых. Это не азербайджанцы и турки, и сирийские террористы, которые уничтожают армян. А, к сожалению, допустим, по мнению армян и России, это Израиль. Скажите, пожалуйста, вот насколько отношения их испортились между вашими странами? И как вообще складывались отношения Армении к Израилю после развала Советского Союза? Спасибо. И да, ну мы как раз об этом говорили пару недель назад, когда началась только эта вся война на Кавказе. У Израиля в последние годы были очень тесные отношения с Азербайджаном, и они складывались как из экономических, и, скажем так, вопросов, то есть Израиль покупает нефть у Азербайджана, и Израиль продает различные виды вооружений Азербайджану, с одной стороны. Но для Израиля как бы это важно было даже не нефть и не продажа оружия, а то, что Азербайджан, скажем так, видимо, и тут я могу говорить только очень осторожно, как-то смотрел сквозь пальцы, когда израильские наблюдатели следили за соседом Азербайджана Ираном. И мы знаем, что, например, знаменитый архив, ядерный архив Ирана, который был выкраден полностью целиком израильтянами и вывезен, он, судя по всему, выехал тоже через Азербайджан. И таким образом для Израиля отношения с Азербайджаном, поддержка отношений с Азербайджаном, это вопрос стратегический, вопрос экзистенциальный. Нам очень важно иметь вот такой вот плацдарм рядом с Ираном, с которого мы можем предпринять какие-то решения или контролировать иранскую ядерную программу. Вот. И поэтому, когда мы услышали всякие призывы со стороны Армении там, или каких-то отдельных общественных деятелей, что Израиль должен отказаться от... Заключены договора. Израиль заключил договора, получил деньги от Азербайджана, Израиль поставляет ему оружие. Азербайджан начал войну с Арменией на Горном Карабахе. Должен ли Израиль продолжать выполнять свои договора? Как бы совершенно понятно, что должен. То есть, конечно, было бы замечательно, если бы Израиль мог позволить себе не продавать оружие воюющим странам, быть таким беленьким и чистеньким. Но если бы Израиль сейчас отказался выполнять свою часть сделки Азербайджану, то как бы мог бы он ожидать, что в следующий момент, когда Израилю понадобится очень помощь Азербайджана в решении израильских очень важных насущных вопросов, Азербайджан проявит великодушие и будет как бы тоже себе в ущерб, потому что кому хочется ссориться со своими соседями. Поэтому Израиль выполняет свои соглашения с Азербайджаном. Что касается Армении, Армения с нами никогда не поддерживала теплых отношений. И считается, что потому что она как бы была в фарватере Ирана, своего соседа. И буквально недавно были такие какие-то, вот что приехал вроде посол, и они его очень быстро отозвали вот сейчас, как бы отозвали в знак протеста, при том, что Азербайджан покупает оружие не только у Израиля, но и у целого ряда других стран. Но Армения почему-то выбрала себя козлом отпущения именно Израиль и заявила, что вот Израиль ответственен за геноцид армянского народа, может быть, и вот убийство армян турками 100 лет назад тоже повесили уже на израильтян. И поэтому отзывают посла и вообще, так сказать, вот так обвиняют Израиль. Не то чтобы мы сильно по этому поводу переживали. То есть неприятно, конечно, но обзываются и обзываются. На мой взгляд, эта позиция неразумная, потому что если бы Армения хотела больше как бы добиться признания или понимания своей позиции, она должна была вести себя иначе, нежели обвинять Израиль в геноциде, обвинять нас в разных других грехах и отзывать своего посла. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня как бы вопрос и предложение в одно и то же время. Вот как вы считаете, возможно ли, с учетом того, что в Израиле так развит хай-тек,
создать противовес Твиттеру и Фейсбук, свои такие же компании, назвать даже антитвиттер и антифейсбук. И продвигать правые идеи, и, ну, давать, конечно, возможность высказываться всем, но преимущество отдавать правым и консервативным идеям. Вот я уверена, что такие компании быстро разовьются и, может быть, будут иметь больше пользователей, чем нынешние левые. Как ваше мнение? Спасибо. Мое мнение такое, что, конечно, это возможно, и даже бы я очень приветствовал такое решение, но это вопрос не государственный. Не государство принимает подобные решения, это вопрос частных компаний. А люди, которые как бы могут принять такое решение, видимо, у них сейчас нет этой, этой ниши. Мы знаем, что есть целый ряд проектов, пытающихся втеснить Twitter и Facebook, пока что у них не очень получается. Но, честно говоря, я думаю, тут есть два направления деятельности. Первое, безусловно, израильское государство, американское государство должны принять целый ряд законов, которые вот заставят подобные гиганты социальных сетей считаться с общественным мнением. То есть они не могут вести себя просто как мелкая частная лавочка. Типа неграм и евреям вход воспрещен. Нет, ты не можешь так делать. Если ты международный гигант, у тебя есть обязательства, ты должен всех принимать, вне зависимости от пола, возраста, там, гендерных и других различий. И так далее, и так далее, и так далее. Если ты так делаешь, то ты получаешь по голове серьезными штрафами. Это одно направление. Второе направление, конечно, должна быть конкуренция. Я думаю, что, честно говоря, что если Facebook, Twitter будет продолжать вот в этом духе вести такую политику и отгонять все больше и больше людей, то это неизбежно приведет к оттоку и созданию параллельных структур. Я считаю, что свободный рынок и открытое прозрачное законодательство решат эту проблему. И выдумывать тут велосипед, на мой взгляд, не стоит. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Насколько я знаю, что не было объявлено эмбарго, международное эмбарго на поставки оружия Азербайджану. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Но если такого не было на самом деле, то это вот то, что делает Армения, объявляя врагом номер один и участником геноцида Израиля, попадает под определение антисемитизм и больше ничего. Спасибо большое. Ну, вероятно, может быть и так, действительно. К слову, сейчас, кстати, Трамп всерьез взялся за борьбу с антисемитизмом, используя принятое еще при Обаме определение, мы об этом говорили еще в прошлый раз, и вот сейчас, судя по всему, это Майк Помпео стоит за этим и продвигает такое решение объявить целый ряд больших, известных, всемирно известных так называемых псевдоправозащитных организаций, типа как и там Amnesty International и Oxfam, объявить их антисемитскими. Почему? Потому что они поддерживают бойкот Израиля. И по определению, принятому еще при Обаме, определению антисемитизма, подпадают под это самое определение. Что означает, что американское государство называет Oxfam или Amnesty International антисемитской организацией? На первый взгляд, как бы ничего, потому что Трамп не платит Amnesty International, не дает им денег. Итак, государство американское денег им не дает. Но мы понимаем, что если эта организация получит такую, так сказать, блямбу на лоб, то за ней могут последовать и другие правительства дружественной Америки. И в итоге это действительно может нанести огромный ущерб этим организациям, тому распилу денег, которым они занимаются. И они сейчас в страшном ужасе и пытаются как-то это дело все оспорить и спустить на тормозах. Но будем надеяться, что Майк Помпео, он человек большой, тоже энергичный, большой молодец, и он так просто им не спустит и заставит их либо полностью поменять свою политику антиизраильскую, откровенную, либо мы увидим, как этих злодеев, в общем, прижучили как следует. И еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Да, мы уже приближаемся, кстати, к финальному нашему существованию. Как все это будет? Скажите, пожалуйста, у вас тоже следят в Израиле за дебатами, что происходит на стране? А вот просто вопрос такой, у вас довольно много живет американских евреев, которые сделали алию в государство Израиль. Как они, как вы знаете, какой у них, как они относятся? Они больше голосуют за республиканцев или больше голосуют за демократов? Мне кажется, они больше голосуют за республиканцев. Может, я не прав. И второй вопрос. Я вижу, вы очень глубоко следите, что у нас происходит. То, что мы слышим от различных комментаторов консервативных, мы можем ожидать в этом году, через, буквально через 10 дней,
рекордное количество афроамериканцев, которые будут голосовать за Трампа, рекордное количество латинос и даже рекордное количество евреев, то есть 30%, что довольно-таки очень много, учитывая, если не ошибаюсь, как 82 голосовало за Обаму. Как вы это видите и как вы это рассматриваете? Большое спасибо, я вас послушаю по радио. Спасибо. Ну, по поводу второго вопроса, мы буквально на прошлой неделе подробно разбирали вот эту позицию американского еврейства. И здесь я хочу сказать, что, в общем, когда... Я выскажу свое собственное мнение. Когда подсчитывают, какое количество евреев голосует за Трампа, а какое за Байдена, мне кажется, что происходит небольшая подмена понятий. Потому что вопрос, кого считать евреем? Скажем, совершенно очевидно, что люди, которые ходят в черных абсердаках там, и черных шляпах, ультраортодоксы или модерн-ортодоксы, которые, в общем, одеты как евреи, ведут себя как евреи, про них нет вопроса, они есть евреи. И, насколько я понимаю, абсолютное большинство таких вот очевидных евреев голосуют за Трампа. А дальше начинается много людей, как бы, которые, например, ходят прихожане реформистских синагог. Но мы с вами понимаем прекрасно, что огромное количество реформистских синагог — это скорее такой престижный клуб, куда люди приходят, чтобы решать какие-то свои дела. Это престижно числится вот потомком евреев. То есть речь идет, на самом деле, не столько о евреях, а о людях, которые являются потомками евреев. Они не очень себя идентифицируют как евреи, но им престижно быть вот как бы числиться вот такими евреями. И эти люди часто начинают говорить от имени евреев. Типа, я еврей, и я считаю, что Израиль проводит апартеид, и далее это по тексту. Так вот, действительно ли он является евреем? Я так не думаю. Поэтому, когда мы говорим о американских евреях, которые совершенно очевидно действительно являются евреями, я думаю, что среди них подавляющее большинство симпатизирует Израилю и, соответственно, поддерживают Трампа. Когда мы говорим в общем и целом о потомках евреев, многие из которых себя никак не ассоциируют с Израилем, никак не идентифицируют себя с еврейским народом, и для них это просто вот такой проходной билет в хороший клуб, клуб серьезных деловых людей, то там действительно получается, что 70% или сейчас даже побольше, 75% голосует за Байдена. Мы, может быть, увидим и среди них людей, которые готовы голосовать за Трампа тоже. Что касается американских евреев в Израиле, у меня нет точной статистики, но, на мой взгляд, люди, которые приехали в Израиль, которые видят это все глазами из Израиля, они, я думаю, в подавляющем большинстве своем поддерживают Трампа. Тут даже быть как бы двух вопросов, двух мнений быть не может. Трамп просто буквально абсолютный друг Израиля. Уже буквально, я не знаю, есть, были ли такие израильские премьеры, которые сделали так много для Израиля, сколько сделал Трамп. И с другой стороны, мы видим Байдена, который является полной противоположностью. То есть человек, который обещает нам задружить снова с Ираном, снять с него с эмбарго, обсыпать его деньгами. Тот хрупкий и удивительный новый Ближний Восток, который Трамп и Нетаньяху сейчас тут построили, когда Израиль дружит с арабскими государствами и развивает экономику общей пользы всех-всех-всех. И все это Байден собирается разрушить. Можно ли голосовать за Байдена, живя в Израиле? На мой взгляд, просто невозможно. Но наверняка найдется какое-то количество там сумасшедших, которые таки поддерживают Байдена из Израиля. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Александр, у меня такой вопрос. Вот я работаю в организации, которую держат, там нюрсинг-дома, все понятно, там держат ортодоксальные богатые евреи. У них очень тесные связи с Израилем, то есть у них там живут дети, внуки, они постоянно туда ездят, то есть кровная связь. И они голосуют за демократов. Деньги собирают, перечисляют, они голосуют за демократов. Вот как можно это объяснить? Они голосуют за врагов своих детей и внуков. Вот это мне непонятно совершенно. Спасибо. Ну, это мне тоже совершенно непонятно. Я как раз знаю, что вот среди ортодоксальных и ультраортодоксальных евреев большинство подавляющее голосует за Трампа. Но опять же, есть такой, так называемый, мы об этом говорили в прошлый раз, эффект застенчивых избирателей Трампа. То есть люди просто тупо боятся признаться. В Израиле это было сплошь и рядом еще 25 лет назад. Я очень хорошо помню, что люди тихо-тихо говорили, что они будут голосовать за Нетаньяху, во всех опросах говорили, что, конечно, за партию труда и за Пелеса, потому что они серьезно думали, что если они скажут другое, их могут уволить с работы, создать им проблемы на работе какие-то проблемы, о которых они даже не думали. Поэтому, может быть, есть еще и такой момент, когда человек говорит одно, а делает совершенно другое. Давайте теперь вернемся к договору с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы так недавно праздновали, это как бы отмечали это дело, это событие. Мы буквально праздновали, сегодня у нас уже продолжение всего этого, то есть мы договор с Суданом, мы о Судане немножко говорили пару недель назад, буквально как бы разбирали подробно
чем это хорошо, и это символическое решение. Как бы когда-то в Хартуме приняли три знаменитых «нет». «Нет» переговорам с Израилем, «нет» признанию Израиля. И теперь как бы все меняется, и все эти «нет» заменяются на «да». И тут уже шутят у нас в социальных сетях, сами арабы шутят, что, конечно же, в Рамале Абу-Мазен отреагировал стандартно. Судан вонзил нож в спину палестинского народа. И там они на арабском шутят, мол, в спине палестинского народа уже нет места от ножей, которые ему туда вонзили. Но я хочу больше поговорить сейчас о, действительно, о том, как развивается стремительно мирный, реальный мир с Объединенными Арабскими Эмиратами, потому что это вызывает как бы шок и изумление даже у тех, кто, в общем, был готов и смотрел на это все реально. То есть на прошлой неделе, когда вот у нас сорвалась немножко вторая половина, мы должны были говорить о том, что в Хайфу впервые пришел корабль грузовой, который пришел, он из Индии, шел через Персидский залив, потом зашел в Хайфу, это как бы и привез товары из Объединенных Арабских Эмиратов. Впервые в истории товары из Объединенных Арабских Эмиратов пришли в Хайфу и были и разгружались там, и уже выяснилось, что предприимчивые израильские компании уже импортируют из Эмиратов и железо, и электронное оборудование, и медицинское оборудование, еще много-много-много чего другого. И эта линия еженедельная, с огромными кораблями, которые доставляют товары из Персидского залива, открытые в обычном порядке, в соответствии с мирными соглашениями. Оно уже заработало. И фактически вот такое вот превращение Хайфы в пункт приема товаров из Персидского залива, он создает колоссальный экономический потенциал тут и для развития самого города, и для строительства порта. Собственно, порт второй уже строится, он уже его скоро закончит. И к тому, что Хайфа из города, который в последние десятилетия как бы превращался в все более и более сонный такой пустынный заповедник, может превратиться снова в город деловой, быстрый и даже затмить в каком-то смысле Тель-Авив. И то, что воспринималось как какое-то видение, оно превращается сейчас в реальность. Но на этой неделе уже у нас происходит еще следующее драматическое соглашение. Нефть из Персидского залива пойдет теперь по израильскому трубопроводу в Европу во вход Суэцкого канала. То есть как это происходит? Танкеры идут из Персидского залива, доходят по Красному морю до Илата, а там есть трубопровод, который когда-то построили еще для того, чтобы перекачивать нефть из Ирана. Когда-то еще в Иране было другое правительство, мы помним, до революции. И во время после революции все это было закрыто и стояло много-много лет закрытым. А теперь все это расконсервировали, и уже идут танкеры из Персидского залива, притаскивают нефть в Илат. Из Илата они по трубе идут до Ашкелона, и из Ашкелона выходят уже в Средиземное море и в Европу. И Израиль получает доходы от этого трансфера фактически, потому что это самый, оказывается, короткий, дешевый, безопасный путь между Персидским заливом и Средиземным морем в обход Суэцкого канала. Но это еще не все, потому что на прошлой неделе Эмираты объявили, что на крупнейшей выставке вооружений и безопасности на Ближнем Востоке, которая у них проходит и которая проводится каждые два года в Абу-Даби, теперь Израиль примет участие с большим стендом, с оборудованием для обеспечения безопасности. То есть в феврале будущего года фактически, да, то есть буквально через несколько месяцев, в Абу-Даби Израиль будет показывать свои стенды с оборудованием по обеспечению безопасности. Удивительно просто, как вот, насколько предприимчивы израильтяне и жители Эмиратов, только-только были подписаны документы, и уже пошло-поехало, и уже оценивают, говорят, что, в общем, потенциал тут где-то порядка 10 миллиардов долларов, и уже говорят о том, что буквально за несколько дней израильтяне и эмиратцы заключили больше договоров, чем за все эти годы были заключены между израильтянами, египтянами и иорданцами. То есть у Израиля был мир с Египтом и с Иорданией, но там не было такого количества экономических договоров, которые просто буквально вот как на конвейере пробегают, и все время что-то новое происходит. И это, конечно же, показывает, что это настоящий мир, не холодный, а теплый. И он выражается в экономических связях, которые укрепляют оба государства, обе страны. И понятно, что если Трамп победит, дай бог, то в ближайшее время будет договор из Саудовской Аравии. И это прибавит еще ко всему тому, что уже Израиль имеет возможность пересылать и саудовскую нефть через Израиль. Потому что есть эти трубопроводы, уже вся инфраструктура существует, и остается только вот как бы решение подписать бумаги и начать. Это еще более грандиозный бизнес, еще более грандиозный потенциал. И уже, так сказать, оптимисты говорят о том, что Израиль может выйти в двадцатку самых богатых стран мира за счет вот этих вот дружбы и экономических возможностей, которые открывают ему все эти договора со странами залива.
Вот, и, конечно, понятно, что если демократы победят, то весь этот прогресс он может зачахнуть. Спасибо. Ну и теперь у нас еще две темы, хотелось бы, я не знаю, хватит времени или нет. Это Турция, арабский бойкот и, ну, естественно, о новостях израильской политики. Ну, видимо, о новостях израильской политики мы снова поговорим уже в следующий раз. Единственное, короткой строкой, буквально, Нетаньяху часто обвиняли в том, что он не строит в поселениях, что вот он такой, как бы только говорит, что он правый, а на самом деле он ничего не строит. Но вот мы видим, что, опять же, на прошлой неделе мы должны были об этом говорить, утверждены 1000 единиц жилья, более 3000 единиц жилья на различных этапах планирования. На самом деле там ведь строительство в еврейских поселениях Иудеи и Самарии — это очень сложный бюрократический процесс, его специально сделали таким. И там нужны куча соглашений, куча разрешений, это все растягивается на годы. Так вот, принято огромное количество таких разрешений, и некоторые поселки еврейские, они буквально удваиваются. Причем в том числе и те поселки, которые как бы считалось, что они должны остаться анклавами, которые расти не будут. То есть мы видим, что, по сути дела, Израиль получил и соглашение с арабскими странами, и укрепление и развитие еврейских поселений в Иудее и Самарии. Это замечательно. И мы видим сразу, как это отразилось на опросах. То есть Ликуд, который все время сдавал свои голоса партии Беннета, Ямини, он вернул себе там 8 мандатов буквально за одну неделю, с 22 вернулся на 30, и отобрал эти как бы 8 мандатов у Беннета за счет того, что Нетаньяху показал, что он это направление тоже не забывает. Но в любом случае, если говорить об израильской политике, сейчас у правых есть четкое большинство, и это левых, конечно, выводит из себя очень сильно, потому что если выборы будут в ближайшее время, то действительно можно будет сформировать четко правое правительство без левых вообще. Что касается Турции, есть очень, очень интересная тема, я постараюсь в двух предложениях ее объяснить. Саудовская Аравия в рамках своей борьбы с братьями-мусульманами, то есть с радикальными экстремистами суннитскими, начинает экономическую войну с Турцией, которая, по сути дела, является крышей братьев-мусульман сегодня. И Эрдоган себя называет главой братьев-мусульман всего мира. И этот бойкот, он очень широко идет. То есть сначала он начался в Саудовской Аравии. И саудовцы, причем не только они объявили этот бойкот, как они его объявили, они подняли очень налоги на на товары из Турции. Эти товары стали сразу же как бы... Вроде их продают, но продавать их совершенно невыгодно. А более того, саудовцы, они люди, так сказать, с чувством юмора, они еще заменили большинство товаров потребления, которые покупали в Турции, на греческие. И вывесили греческие флаги. Их вот эти вот гастрономы, какие-то торговые сети саудовские, они все, значит, громко сообщают. Вот теперь мы продаем не турецкие товары, а греческие товары. А одна там сеть типа Макдональдса саудовского, они еще и гамбургер свой, он назывался турецкий гамбургер, называли его теперь греческим. И вслед за Саудовской Аравией целый ряд других арабских государств, и это выводит Эрдогана из себя, потому что это наносит реальный, очень ощутимый, очень серьезный ущерб турецкой экономике, которая без того сейчас в не очень хорошем месте. Ну вот, как бы на одной ноге, если у нас будет еще время, потом можно будет об этом поговорить более подробно. Сергей, что у нас? Есть вопросы, есть время? У нас, к сожалению, времени больше не остается, поэтому, Александр, огромное спасибо. Ну, давайте в следующий раз продолжим. Да, и до встречи в следующий раз. Всего доброго.